Это сегодня среда, 13-е. Вот такую большую трубу. Сколько здесь? 16, наверное, сантиметров. Вот эту яму вырыли, теперь там она затягивает ее туда. Удивительное дело. Вот он ползет. Дергает туда, вон туда. Здесь асфальт, кажется, и под ним идет. Видно, какая крышка-то у них. Она теперь не тянет ее. Видно. Большая труба. Вот так тоже рука. Сколько рука. Щитка. Не очень такая. Ну, разная. Есть такая толкушка. Асфальт пробивает. Вот там вот поставить нож. Вот. И начинает долбить. Вот так вертикально ее поставят, что их колка. И снег идет, тут не наснимаешься, вот все поддел. Ну, все по скорости, по земле. Подойдет яму, и там вот на каком расстоянии, и там он еще перекрытая дорога, ямка, я сейчас туда схожу. Интересно, тут дорогу-то ошмыляли так они, я чуть не хлопнулся два раза уже. Если упаду, то грохнусь. Не просто так. А это вот тут был пожар. Вот они здесь этот вход заделают, видите, тащится. Ну, поэтому, если заметить, вот так, видно, проходит. Мужики. А начальник приехал со мной по ручке, поздоровался. Ну, и эти трубы-то у меня остались там свернутые. А Володе я хотел сдвигать их. Ну, занимаюсь там этим. В интернете-то. Ну, думаю, сейчас пойду, ломик возьму и сдвину с дороги-то, чтобы... Глянул по наружке, гляжу, оно уже все, Володя, все это убрал, выдерло, какие мешали там, что железо. И ломиком, видно, подвинул к стенке. Вот я сейчас подошел тут, вот это здание. Ну, а тут-то вот этот черный, этот пожар был, который сгорело. Тут, наверное, подстанция какая-то. И вот они здесь рядом сегодня это сделали уже. Вот она уже у них пошло. Вот она лежит в яму. Но это поменьше размером. Поменьше. Ну-ка я сейчас туда перелезу. Перелезу. Вот они где. Они зацепили ее, чтобы она не разошлась. Вот тут вода, жижа и маленькая веревочка, вот идет тоненькая. Вот она веревочка идет. Идет, идет веревочка, ее видать, вот она прямая. И вот здесь вот катушка в снегу. Они замеряют по ней, сколько она протащила, на каком месте ее искать. Это вот другая яма. Это, видимо, сначала маленькие трубы тащат. Похоже так. А потом большие. Не знаю, но мне так кажется, потому что там были меньше размером. Вот эти вот такие были, а сейчас тянут больше. Вот так. Вот тут вот рядом труба, видать, большая. Вон такая. Это решетка, вот все закрыты. Ну, понятно, что делают. Я никогда раньше не видел этого. Мне так удивительно. Может, это не интересно смотреть, но интересно то, что... Ну, вот сейчас прямо... Только сегодня я слышал, там интервью брали.
там Алексей Блуждающий, называю его, у митрополита Илариона в Америке. Ну и он говорит, очень много приезжают в Америку, люди сюда там открывают новые храмы. Ну то есть отсюда убывает, туда прибывает. Вот такое дело. И, ладно бы избирать кто где хочет, но меня больше всего, ну и так как-то задевает, или что сказать. Вот уехал туда и все нахваливает, теперь политика Америки правильная, у нас неправильная. Ну в политику лезут, которые здесь ничего не сделали, их учили. Молодые ребята получили специальность, в Америку уехали, и вот начинают здесь клепать. Ну что, Югославию забыли, Ливию забыли, хорошее. Что они там устроили-то? Нет уже там, чтобы гражданство дали. Ну, я не знаю, почему так, но мне неприятно. Не то, что я там патриот какой-то или что. Вот я прохожу сюда. Вон те большие дома какие стоят. Большие. Говорят, за этой решеткой, вот здесь вот будут такие же дома строить, целая улица. Интересно. Ну, если только там будет, ну, мы рядом здесь. Ну, а как? Ну, никак. Ну, говорят, да никак вас не касается. Это через улицу промышленную. Вот он сейчас он долбит. Я вот стою здесь в стороне, и под ногами земля дрожит. Асфальт. Вот молодец какой. Уважаю людей этих, которые работают. Просто приятно. Даже его поднимают вот на эти, он на опорах стоит. Поднимает его. Вот. Как человек выбрасывает его, вот. И что делает? И кто-то же это придумывает. Вот тут у него тут еще грязь, они отсюда вот эти трубы тянут. Вот эта техника, она сама трубу за трубой сгоняет. Вот он снял ковш, положил вот здесь. Ковша теперь вот это вот сделал. Видишь, как выдавливает. И вот эта труба, когда она идет, труба вниз. И они вот эти лежат вверху трубы. Сколько их? Тут я сейчас посмотрю. Четыре грибы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Это 44 трубы. Ну а почем они? Ну не меньше 3 метров. Ну вот умножай. Это, видимо, что-то не прошло. И они теперь здесь это выгаривают.
могу смотреть без смысла. Как человек. Молодец. Вот это мужики работают. Настоящие труженики. Видимо, где-то что-то застряло, там не проходит труба. Теперь надо выдолбить. Да. Вот я насмотрелся тут. Работал на стройке прорабом и никогда такого не видал. И она стоит на гусеницах, эта техника. Вот она где. И они тут воду еще гонят. Видно, с собой вода у них есть. И они его гонят по шлангу. Вот так вот. Перегородили эту дорогу.